Партнер рубрики – Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж. Набор на заочную и очную форму обучения по квалификациям. Юрист, товаровед, менеджер по продажам, бухгалтер. Авантюрного вам настроения. Мы живем в морском краю и прекрасно знаем, что колокол на судне – это не просто колокол, а обязательно рында. А вот откуда это название? Спросим у горожан. Не знаю. Не знаю, морской судовой колокол. Рында. Колокол. Судовой. История гласит следующее. Первоначально слово «рында» появилось в русском языке для обозначения оруженосца, телохранителя царя в походах. В значении судового колокола «рында» стала употребляться намного позднее. Это произошло в результате русификации английской корабельной команды «Ring the bell» – «звони в колокол». Наши моряки превратили выражение в «рынду бей», поэтому колокол и стал рындой. Странствовать по морю необходимо, жить не так уж необходимо, говорил Помпей Великий. Удачи вам в делах, будьте грамотны.